Друзья, каких мы только симуляторов не поиграли на Funny Family Games TV. Это симулятор кляксы. Но вот симулятор кляксы точно еще не было. Сегодня мы вместе с моим вот этим миленьким зверьком, глазастеньким, это просто наша клякса, будем пожирать какие-то разные фруктики. Ну вот, допустим, ягодку, клубничку, а почему бы нет? Он берет, ест ее, ням-ням-ням-ням-ням, сейчас он съест ее и... Хлобысь, нам чего-то там дали. А также мы можем скушать ананасик. Ну вот мы поедаем, поедаем его. Клякса наша ест. Я не знаю, что это за зверек клякса. Мне было бы его привычно называть лизун. Глазастик лизун. А давайте соберем монет. Давай придумаем имя ему. А друзья, давайте придумаем имя ему. Напишите. Давайте самое прикольное имя. Кто придумает? Мы можем вот зайти в магазин. Ух ты, тут у кого-то три. Мы можем себе... Да, тут есть прикольные кляксы. А что? А это интересная идея. Давайте сразу же купим ее. А вот она! А ну-ка, выходи! О, вот же наша клякса-единорожек с таким рогом. Такая хорошенькая. Хорошенькая, да, не правда ли? А давай соберем. Обалдеть! Смотри, у нас уже 2000 монет. Единорожек реально клевая. Она очень быстро поедает большие монеты. Уже 9000 монет. Мягкие. Там другие монеты, мы сейчас до них доберемся. Вот прямо сейчас. О, давайте кушаем эту монетку. Так, собираем дальше монетки-то наши. О, сундук, смотри, какой здоровенный. А давайте его соберем. Ребята, мы нашли сундук большой. 46 тысяч, мы можем открыть ту карту. Ну ладно, ребят, давайте копить тогда монетки. Сейчас мы откроем новые яйца и новые карты. Нам надо собирать, наверное, только сундуки. Сундуки прям круто дают монетки. Да сундуки? Есть, ну, да. Надо искать, где сундук. Подскажите мне, если вы видите сундук. Нет. Где сундук? А что ананас дает и клубника? Да ананас ничего вообще не дает. Я не знаю, для чего нам эти ананасы. Мы их быстро съедаем. А вот, это что вот, такое, вот. Друзья? А ну-ка давайте заглянем сюда. Что-то мы сделали? Пап, смотри. Что? Тут что-то нарисовано, от клубники что-то происходит. 6 штук клубник. Мы собрали, что ли, или что? Ладно, пойдемте откроем новую карту, посмотрим, что будет за следующая локация. Прикольно. Итак, друзья, вот это за 20 тысяч монет мы покупаем эту карту. Покупаем. Вау. Да тут какая-то пустыня. И зеленые монеты. А ну-ка собрать это. Долго, да. Нам нужно еще помощников. Нам нужно еще кого-нибудь купить. Давай купим помощника. Какого? Любого. Любого? Ну, а ну, дальше карта стоит уже 70 тысяч. Ну, думаю, мы будем брыстро. Брыстро. Так, давайте тогда брыстро пойдем кого-нибудь купим. А кого ты хочешь, чтобы мы купили? Зайку. Попрыгайку. Вот у нас есть магазин, шоп. А там еще магазин яиц. А что у нас в этом шопе? Да вот что у нас тут. Мы можем купить удвоение монет. Это хорошая штука, я, пожалуй, возьму это. Сейчас наши монеты будут больше становиться. И мы будем становиться еще богаче. Ну ладно, ребят, раз вы так хотите яйцо купить, пойдемте купим яйцо. 73 тысячи монет, мы можем с вами купить какое яичко? Вау, а это что за золотое яйцо? Смотри, сколько оно. А давайте его купим. А ну-ка, друзья. Я хочу проверить, кто там нам попадется. Смотрим. Вау, еще один единорожек. Он красивый. Он золотой. Он золотой, серьезно. Но мы его не можем выпустить погулять. Почему? Я знаю почему, пап, пойдем удвоим. Нет, он гуляет. Он гуляет? Мы его выпустили, все Серёна, хорошо. Серёна, пойдем в шоп, и там можно сделать, чтобы у тебя были 6 питомцев. Да, ну пока у меня 3, зачем мне 6? Давайте попробуем. Мы будем покупать. Посмотрите, как мы все быстро собираем. Друзья, давайте найдем сундук. Вот еще монета гигантская. Сейчас мы ее хлобысь и собрали за секунду. Вот еще, ням-ням-ням. И раз. Просто щелчком так, пум, и собрали. Мы можем открыть уже следующую карту. Да что нам стоит? У нас такие крутые питомцы, поэтому нам нужно идти дальше. Идти дальше, где более крутые монеты. Мы можем открыть эту карту? Да, мы сейчас ее откроем. Офигеть. Смотри, как мы быстро собираем. Мне нравится эта игра. Друзья, ставьте лайк, если вам нравится симулятор кляксы. Никогда не знал, что он будет. Нет. Симулятор единорожек. Даня, ты одобряешь симулятор клякс? Я бью их. Дане нравится. А мы идем открывать вот эту карту. Вау, клубничка. А интересно, тут какая клубничка?
Да, такая же простая. Покупаем, друзья, эту карту. И что же у нас будет за следующая локация? Вау, это какой-то снова лес. И тут гигантская монета. Ну-ка, давайте ее быстро соберем. Она довольно-таки тяжелая и дорогая. Посмотрите, как они долго собирают эту монету. Наверное, у нас будет миллиард тысяч. Ну, я не знаю. Вау, тут есть сундук. Вот он, какой-то белый серебряный сундук. Давай сейчас они соберут быстро сюда. Куда сундук исчез? Что за бред? Он только что был здесь и исчез. Мне кажется, нам еще нужны помощники. Да. Сейчас соберем эту монету, смотрите. У нас сейчас 104 тысячи. Сейчас мы соберем эту монету, посмотрим, сколько у нас будет денежек. Даня, смотри. Ноль. 440 тысяч. Вот это да. Следом, папа. Снимаем эту карту открыть. Мы можем ту карту открыть? Да, мы ее можем открыть. Даня, ты абсолютно прав. Бежали туда. Мы можем уже столько карт открыть. Но я хочу новых питомцев купить. Давай. Давайте еще кого-нибудь купим. Давай соберем. Давайте вот эту монетку соберем, а я пока пошел в магазин. Вот туда нашли. Пока мои питомцы там собирают монету, мы идем в магазин, где продаются супер яйца. И сейчас мы купим какое-нибудь интересное яйцо. Итак, друзья мои, я подхожу к магазин яйцам. У меня почти 800 тысяч! Ура! Сундук! Сундук, сундук! Есть. И вот еще монетку взяли, ребята. И у меня сейчас будет миллион монет. У нас миллион. Все, смотрите, у нас ровно миллион. Вы видите? Вау! Это же супер-пупер-друпер! Друзья, кого купим? Я хочу яйцо. Смотри, какое магическое яйцо. Нет, нет. О, летающий питомец. Нет, нет, нет. 21 миллион, ничего себе. Во, смотри, какой ютуб. Давайте купим хотя бы вот это разноцветное. Давай. Посмотрим, кто здесь будет. Даня хотела его купить. Да. Итак, Даня, смотрим. Ты покупаешь это яйцо. Ну ладно. Вау. О, это какая-то ящерица. Давайте выпустим его на свободу к нам. Да, нам нужно купить пополнение наших питомцев. Вон, магазин один. Вот здесь я прямо могу купить. Смотрите, я могу 6 штук их купить. Вот, теперь у меня будет 6 гулять питомцев. Вот так вот. Вот он, друзья, вот он, зелененький глазастенький. Это ящерица. Вот наша единорожка золотая, единорожка разноцветная и просто слизняк, простой лизун. Пойдем проверим, сколько они будут собирать. Вот так мы быстро собираем монеты, смотри, пум-пум-пум. И ее нету. А вон сундук, смотрите. Беги. Исчезни, сундук. И у нас снова миллион монет. Вы видите, как мы быстро все это делаем? Пойдемте откроем вон ту карту. Вау, там что-то сыпется, вы видите? Смотри, сколько у нас монет. У нас монет. Я богатая. Ну, мы открываем эту карту, друзья мои, и смотрим. О, мы попали в сладкую страну. Чупа-чупсики, конфетки, печенюшки. Все это здесь у нас. Прикольно. Давайте тогда собирать здесь монетки. Смотри. А что это сыпется? Монетки. Какая-то лава. Нас не убьет здесь? Вау. Ребят, куда я зашел? Здесь какое-то потайное место. Здесь каждые монетки. Фиолетовая, Дань, смотри. И роза, и синяя там есть. Мы можем еще даже вот эту карту дальше открыть. Да ничего ж себе. Прям сразу? Да, конечно. Это сладкая страна. Вон конфет сколько. Видите, много. Обожаю конфетки. Ставьте лайк, кто обожает конфеты. Так, мы сейчас соберем вот эту гигантскую монету. Кто любит больше, конфеты или фрукты? Смотри, она какая-то. Мне кажется, вкусные. Фрукты тоже прикольные. Почему нет? Смотрите, они собирают, собирают, едят эту так долго монету. Когда они ее соберут? У них зубы не сломаются. Не знаю, они вокруг нее пляшут, шаманят. У них хоровод. Еее, собрали! Ура! А я пока открою вот эту карту. 800 тысяч монет она стоит. Это очень такая дорогая карта. Друзья, мы попали на пляж, на море, на пальмы. Тут жара, тут просто красотень. Да, как-то тут мелковато. Ничего. И не глубоковато. Ну что, может, мы кого-то еще купим? Давайте. Хотите купить? Я хочу вот здесь. А я хочу в магазин яиц. Так, какое есть? 21 миллион? Что, серьезно? 125 миллионов. 320 миллиард! Вау!
3500, а это 8 миллиардов. Вот это тут какой-то вообще, наверное, динозавр будет. Милана выбирает не по прокачке, Милана выбирает по красоте. Ладно, берем вот это. А ты, Даня, кое хочешь? Другое. Другое. Ну ладно, давай сначала возьмем вот это. Вау! Единорожка! Еще одна? Которую я хотела. Милана, а зачем она нам нужна, если у нас столько единорожек? Такая хорошая еда. Вот она со мной ходит. Вау, 1 300 000! Я сейчас могу купить то яйцо! Вот это, за 1 400 000. Посмотрим все-таки, давайте, друзья, еще одного купим питомца. Черное! Летающий! Вау, питомец дьявол! Ну, он такой, посмотри, огненный. Горит? Нет, он хороший. Да, он хороший, он добрый, он просто так в таком костюме одет. Друзья, ну что, мы пошли дальше собирать и копить монеты. Ставьте лайки нам обязательно, пишите, снять ли нам продолжение данной серии. Всем удачи! Всем пока! Пока-пока!